Я пришла в радио большого проигрывателя во время весеннего набора. Май, день до первого экзамена, тупой чтец решил пойти в большой проект. И каким-то образом попал. Прошел набор. Забавно. Мне просто нравится этим заниматься. Много новых текстов. Развиваешь свой скилл. В конце концов, это просто забавно. Звук есть? Мне это дает только интерес, веселье, ненависть к себе и усталость. Все-таки это какая-никакая, вполне себе свободная, но работа. Я обожаю делать это дерьмо. Работать в озвучке тяжело, но весело. И команда, если она хорошая, это хорошо. А еще не все чтецы умеют разговаривать. Они умеют читать, но не разговаривать. Вот так вот и живем. Зачем, правда? В чем смысл жизни? Зачем мы ходим по этой земле? Какой смысл от этого? И зачем я говорю это сейчас? Лицемерие. Мы все живем на его празднике, не так ли? Зачем мне вот эта уточка чудесная?